Нас не догонишь, экипаж российской команды «Камаз» под управлением Айрата Мардеева стал победителем ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Экипаж Мардеева упрочил лидерство на последнем этапе между китайскими городами Ухай и Хухото. Российская команда пришла со вторым результатом – 3 часа 59 минут 26 секунд. Хотя россияне уступили здесь экипажу поляков Петра Домовникабу, но сохранили преимущество. КамАЗ-мастер показал лучший итоговый результат на всех участках ралли. 39 часов 23 минуты и 18 секунд. Второе место в общем зачете занял экипаж еще одного россиянина из команды КамАЗ. Дмитрия Сотникова. Всего лишь 15 минут 28 секунд отделяли его от лидера. Ралли стартовало 8 июля на Красной площади в Москве. Оно финиширует завтра на площади Таньяньмэнь в Пекине. He's been a slow burner, but today I reckon...